Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Виктор Балит. Хочу предоставить нашу рубрику или статью в газете «Мое здоровье». Это приложение у них такое бесплатное, газета называется «Кругозор» за март 2015 года. Здесь у них реклама есть и различные продукты для здоровья, в том числе наша статья «Мелалойка. Что это?». Хочу вам коротко прочитать ее. Ну, вы тоже можете сделать это сами, конечно, сходя в магазин и взяв себе такой экземпляр газеты, тем более, что она бесплатная. И можете также взять несколько экземпляров и раздать вашим знакомым и друзьям. Значит, читаю. Мелалойка и Ньойобайоль является сильнодействующим натуральным средством из австралийского чайного дерева и калифорнийского масла йойоба. Существует сотни разновидностей чайных деревьев, но антисептическое масло получают лишь из одного известного, как Malleleusa alterfolis. Научные доказательства бактерицидных свойств масла австралийского чайного дерева впервые представил Пенфолд в 1925 году. Он опубликовал работу, в которой были приведены доказательства, что антисептический эффект мелалойки в 8 раз сильнее карболовой кислоты и почти в 5 раз сильнее спирта. После этого мелалойку стали широко применять в Европе и Америке при бактериальных и грибковых поражениях кожи и слизистых оболочек. Значит, мы видим, с 1925 года уже она здесь в Европе активно продается. Ну, сам продукт известен очень давно. Значит, здесь вы можете прочитать всю информацию до конца. Также у меня на страничке, здесь указана страничка victorbali.de. И здесь объявление наша мелалойка по самой лучшей цене. То есть, действительно, вы у нас получите мелалойку по самой лучшей цене. Просто нужно позвонить. Я для вас сделаю специальный ангибот, самый лучший. У нас самые лучшие цены по Германии, вы в этом уже сами убедились. Жду ваших заказов, звоните. В этом месяце у нас как раз идет акция, то есть мы всех знакомим, новеньких, да, знакомим с нашим чудесным продуктом. Поэтому звоните, жду вашего звонка. С вами был Виктор Балит, пока-пока.